Ахиллес, Ахилл – это герой древнегреческой мифологии, сын царя Пелея и морской богини Фетиды. Он был самым сильным и отважным воином в Троянской войне, где он убил Гектора, сына царя Приама. Ахиллес погиб от стрелы Париса, который попал ему в пятку, единственное уязвимое место на его теле. Ахиллес считается одним из главных героев эпоса Гомера «Илиада». Его имя также ассоциируется с выражением «Ахиллесова пята», означающим «слабое место». Ахиллес был почитаем как бог в некоторых регионах, особенно на территории современной Украины. Его образ вдохновлял многих художников, писателей и кинематографистов.